Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной СМИ. И сегодня мы с вами поговорим на нашу любимую тему «Павлово-посадские платки». И я хочу предложить вашему вниманию обновленный каталог за 2020 год с примерами новинок, которые вышли как в 2019, так уже и в 2020 году. Конечно, здесь представлен неполный список новинок павлово-посадских платков. С полным списком вы можете ознакомиться на сайте платки.ру. И я сегодня хочу рассказать и показать вам свои новинки, которые я приобрела совсем недавно. Это не шерстяные платки, это не шелковые платки, это новые платки из вискозы в размере 135 на 135. Вы знаете, это новое веяние павлово-посадской мануфактуры. Такие платки и палантины стали выпускаться совсем недавно, в 2019 году. И в этом году уже вышло много очень красивых платков с разными рисунками. И в частности, когда я выбирала себе что-то из платков из вискозы, то мой взгляд упал на несколько вариантов. Мне очень понравился платок «Цветок Востока» в размере 135 на 135, художник Наталья Белокур. Затем я обратила внимание на платок «Фергана». Это старинный рисунок, восстановлен Татьяной Сухаревской. В разных колоритах он представлен, очень красивый, яркий, сочный. И следующий вариант, который я для себя подобрала, это платок «Арагонский». Размеры 135 на 135, художник Елена Жукова. И давайте я вам покажу, на каких же двух платках я остановилась. Один платок я приобрела для себя, а другой в подарок. И, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Как вы относитесь к платкам из вискозы? Нравятся ли они вам? Хотите ли вы их носить? И какой платок вам больше всего понравился? В какой расцветке? Пишите комментарии. Итак, друзья, хочу вам представить свой выбор. Платок «Арагонский» Елена Жукова, размеры 135 на 135, вискоза. Вы знаете, когда я смотрела на этот платок на сайте, то он не произвел на меня особого впечатления. Он мне показался немного бледным, и как-то я его не рассматривала. Но когда я его увидела наяву, вживую, я влюбилась в него с первого взгляда, потому что здесь удивительно подобраны мягкие, нежные тона, которые, кстати, очень модные уже не первый сезон. В частности, здесь сочетаются очень красивые оттенки. Это цвет хаки, голубые оттенки, лавандовые оттенки, желтые, коричневые и очень модный и актуальный цвет – цвет мяты. Он очень освежает платок, делает его нежным. И, конечно, очень красивый цвет пыльной розы, который, если вы будете надевать, это как серединка у нас, да, украшена этим цветом. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, как он красиво играет. Если вы наденете вот эту серединку ближе к лицу, то вас этот платок, конечно, очень освежит и украсит. Очень мне нравится этот платок. Посмотрите, какой необычный, интересный, колоритный рисунок. Арагонский – это, насколько мне не изменяет память, это Арагона, это область, провинция в Испании. И сразу же вспоминаешь произведение Михаила Глинки «Арагонская хота».
Ну, действительно, очень характерный, интересный рисунок, но за счет того, что здесь подобраны мягкие, нежные, пастельные, изысканные цвета, очень хорошо, которые сочетаются друг с другом, то платок производит впечатление такого благородного, элегантного аксессуара. Всем советую, обратите внимание, на этот платок очень красивый, прекрасно подобрано сочетание. Интересная кайма. Вы знаете, она мне напомнила кайму из шерстяного платка Елены Жуковой «Садко». Но там эта кайма более яркая, более колоритная, а здесь она немного приглушенная. Но вот те же вот такие полосочки, такие же завитушечки, такие же маленькие медальончики. Вот это очень похоже и напоминает мне именно Садко. Платок Садко. Посмотрите, очень красивый, нежный платок. Чем хороша вискоза? На мой взгляд, вискоза хороша тем, что, во-первых, ее можно носить в теплое время года. Эта ткань очень нежная, струящаяся, легкая, не скользящая, в отличие от шелка. Можно надеть на голову, можно накинуть на шею. И как я буду носить этот платок? Я его буду носить, миксовать с джинсовой одеждой, со светлой одеждой. Можно и этот платок подойдет и в классических вариантах, и более современных вариантах. Можете надевать как угодно. Конечно, платок можно накинуть и на шею, и на голову. Он будет прекрасно смотреться. Всем рекомендую обратить внимание на такой нежнейший, чудесный платок. Мне он очень понравился с первого взгляда. Всем рекомендую. А сейчас внимание! Как вам этот красавец? Друзья, а сейчас посмотрите на платок арагонский в уже другом колорите, ярком, сочном, красном. Вообще могу сказать, что я люблю красные платки, они мне очень идут. Мне нравятся такие оттенки. И вы знаете, здесь прекрасно сочетается не только красный оттенок, но и вот эта композиция полутонов красного, серого, золотистого, бордового, есть некоторые линии, очень красивые изгибы черного. В целом, конечно, платок смотрится очень колоритно. Посмотрите, какая очень красивая кайма, да, сочетание такого бордового, красного оттенка и мелкого рисунка. Я удивляюсь мастерству и профессионализму художников Павлово-Посадской мануфактуры, колористов, которые так удивительно, красиво, гармонично подбирают цвет для Павлово-Посадских платков. Мне этот платок очень понравился. И вы знаете, когда я выбирала, я вот честно не могла остановиться, и поэтому взяла два платка. Один более изысканный, более сдержанный, а другой вот такой яркий, акцентный. Я уверена, что такой платок в качестве подарка будет приятен любой женщине. Обращайте внимание. А сейчас давайте с вами посмотрим, как нужно ухаживать за изделием Павлово-Посадской мануфактуры из вискозы. Производитель советует: ручная стирка, максимальная температура стирки 40 градусов. Не сушить в барабане стиральной машины. Гладить при максимальной температуре подошвы утюга 150 градусов. Сухая чистка. Чистка самообслуживания запрещена. При выборе отбеливающего средства будьте внимательны. Все эти рекомендации написаны на бирочке платка. Обращайте внимание.
Друзья, вот такие покупки я совершила в магазине Павлова посадских платков за последнее время. Хотелось бы очень посмотреть коллекцию шелковых полупосадских платков и палантинов. Но сейчас они пока еще не вышли. Но я надеюсь, что в ближайшее время, уже ближе к весне, шелковые платки и палантины появятся в продаже и порадуют нас своим, как всегда, богатым, ярким многоцветием. Пишите, пожалуйста, комментарии о том, какой платок из двух представленных вам больше всего понравился, какой бы вы хотели приобрести для себя. Кроме платка «Арагонский» есть еще много других интересных платков с узором, с орнаментом, а также с абстрактным рисунком. Поэтому выбор всегда есть. Если вы хотите приобрести павлово-посадский платок из вискозы или палантин из вискозы, вы можете зайти на сайт Павлово-Посадской мануфактуры платки.ру. Там вся представлена информация. А с вами была Анна СМИ на канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. И до новых встреч! Всем хорошего, доброго настроения! We'll be right back.